констатирует факт, что мы имели 3 случая обращения мастеров рейки к церкви и 3 мастеров рейки мы вернули, так сказать, к нормальной жизни, к духовной жизни, к семейной жизни, к социальной жизни. А мастеров, в общем-то, не так много. Их всего несколько сотен, наверное, насчитывается по России и Белоруссии. Но вот рейки, учение рейки очень широко распространено у вас в Белоруссии. Даже гораздо тяжелее, гораздо чаще, сильнее распространено, чем в России. Хотя это пришло в Белоруссию из России и из Запада. Рейки – это не белорусское и не российское приобретение, это приобретение с Запада. И вот во время острого психоза часто наблюдается идея одержимости какой-то личностью, чаще всего той личностью, от которой человек получил посвящение. Мы видели также тяжелые острые психозы с идеей одержимости и идеей самоубийства у лиц, которые прошли одитинги, или клирование, или очищение в секте саентологии, в саентологической церкви, так называемой. А вот у лиц, прошедших инициации в рейки, мы, как и у саентологов, неоднократно наблюдали инверсию полового влечения и идеи смены пола. Вот мы это наблюдали только у рейкистов и у саентологов. Видимо, какие-то особенности духовные проявляются в этих сектах и в этих учениях. Ну, почему это происходит у саентологов, мне, в общем-то, понятно, потому что там во время одитинга скрываются пласты подсознательной духовной жизни человека, которые, может быть, человек и не осознавал. Они бытовали у человека на подсознательном уровне, неосознанно, но которые могли проявиться при соответствующих внешних воздействиях, и в данном случае при инициации в рейки или при клировании или одитинге в саентологии. Одитинг – это как бы очищение, якобы очищение подсознательных слоев души от тех греховных поступков, которые якобы совершал человек. Внешне это может напоминать как бы исповедь христианскую. Но к исповеди никакого отношения не имеет. Но вскрываются глубинные подсознательные слои души, которые заносятся в компьютер. Все данные одитинга заносятся в компьютер. А зачем? Чтобы потом управлять человеком, напоминать ему о тех страшных, скажем, каких-то событиях в его жизни, которые были вскрыты при одитинге. И если на исповеди священник никогда не детализирует, не просит в деталях описать совершенный человеком грех, это запрещено категорически, то одитинг, наоборот, старается детально описать совершенный дурной поступок. И у человека все это всплывает в память, он начинает жить этим, переживать это. И, естественно, это приводит
в результате к тяжелым психическим нарушениям. И мы видели нередко, как в результате проведенного одитинга люди кончали жизнь самоубийством. И вот, по-видимому, какое-то глубинное воздействие на душу человека происходит и во время инициации в рейке. И что интересно, что после инициации в рейке человек начинает ощущать какие-то потоки энергии. Я спрашиваю, ну а что вы конкретно ощущаете? И человек говорит, что он начинает ощущать какое-то пробегание какого-то слабого электрического тока от макушки и до кончиков пальцев. И такое ощущение, что как будто бы из человека выделяется какая-то энергия. И это часто остается на всю жизнь, пока человек не покаялся. И нередко это приводит к большим неприятным ощущениям. Обостряется чувствительность, особенно пальцев рук. И это тоже неприятно переживается пострадавшим. Вот, кроме того, эффектом оккультных воздействий является, во-первых, вот то, что я описал, вот те психические отклонения, которые начинаются с проявления немотивированных страхов, развития депрессии и так далее. Я это назвал психосоматическим синдромом, или очень напоминающим появление синдрома Кандинского-Клерамбо, описанного психиатрами. С бредом воздействия на человека, преследования. Другим очень тяжелым проявлением на уровне психики является синдром навязчивых страхов. Я о нем упоминал, как о части психосоматического синдрома, а иногда синдром навязчивых страхов бывает отдельно. Это главное проявление психических нарушений. И в этих случаях настолько тяжелые бывают переживания, что люди не знают, как им быть, как им жить. Настолько тяжелые страхи бывают. Очень частым проявлением соматическим является развитие стремительно растущих раковых опухолей. Стремительно растущих. Быстро, в течение 2-3 недель, опухоль достигает огромных размеров. И бороться с ней уже становится невозможным. И операция уже бывает не показана. Вот интересно, что часто сами колдуны и маги погибают от раковых опухолей. Когда я поделился своими наблюдениями с пожилыми опытными священниками, они говорят, ну, так нам давно известно, что колдуны и маги чаще всего погибают от раковых болезней. Вот вам, может быть, это незаметно, а мне и нам, работающим в душепсихическом центре, это становится очень заметно. Потому что мы очень часто сталкиваемся с этими проблемами.